Доску вы... Эй, очкарик! Ты чё, не только слепой, но ещё и глухой? Доску вытри, говорю! Ну что мне с тобой делать-то? Куда сажать, а? Давай-ка сядь, наверное, с Семёном. Он все равно один. Еще чего? Ты опять за старое? Снова бабушку в школу вызывать? А чё она мне сделает? Не она, так я тебе сделаю. Рюкзак убрал быстро. Я могу за последнюю парту сесть. Там, кажется, свободно. Ладно, садись пока туда, чтобы подошел после уроков. Будешь по классу дежурить, ясно? Вот и хорошо. Начнем урок. Тема. Традиции русской и мировой литературы в рассказе Зощенко «Не надо врать». Ты в порядке? Я... Нет, ну вы посмотрите на него. Облапал меня прямо у всех на глазах. Я сейчас все маме расскажу. Тебя из школы выгонят, извращенец. Я нечаянно, меня толкнули. Все видели, слепых среди нас нет. Толкнули? Чё, правда? Вот так, да? И чё ты сделаешь? Слушай, ты... Давай, продолжай, очкарик. Чё примолк-то? Нам всем очень интересно. Если ещё хоть раз меня тронешь... Натронул, и чё? Ещё хоть раз! Тронул! А вот ещё! И ещё! И ещё! И ещё! Чё? Стопэ! Эна! Лилия Павловна! Петров Бабурина ударил! Тебе пиздец! Здравствуй. Круто ты ему врезал. Это вышло случайно. Почти. Вроде Семён раньше таким не был.
Он к нам недавно перевелся. Бабушка мне его по секрету сказала, что он словно взбесился. Семёна даже старшеклассники побаиваются. Представляешь? А ты вот молодец. Не струсил. Угу. А ты за рекой живешь? В том деревянном доме? Ну да. Там, наверное, страшно. Да еще через лес идти. Я бы так не смогла. Да не так уж там и страшно. А что тебя так пугает? Да так, ничего. Меня, кстати, Полина зовут. А меня Антон. Ну, это я знаю. Слушай, Антон. А что ты делаешь после школы? Ничего такого. У меня сейчас занятие, скрипка. А потом я свободна. Дедушка мне репетитора нанял. Наш учитель музыки, он же скрипач. А здесь, в поселке, ему некому преподавать. Только мне. Тут говорят, что у нас в поселке маньяк завелся. Раньше со школы меня всегда дедушка забирал, но в последнее время ему не здоровится. Ты не подумай, я не трусишка, просто... Просто мне кажется, что с тобой будет безопаснее. Антон, ты сможешь проводить меня до дома? Сегодня вряд ли. Ты же знаешь, Семён, скорее всего, караулит на школьном дворе. Лучше мне с ним разобраться лично, по-мужски. Хм, глупости какие. Думаешь, этот дикарь будет честно драться? Со своими дружками набросятся всем скопом, а помниться даже не дадут. Но если мы пойдем вместе, это их ошарашит. Я же не только первая скрипка на деревне, я ведь еще и девочка. Слышала от знакомого хулигана, что он никогда не нападает на кого-то в присутствии девушки. Представляешь, у них кодекс чести такой. Играешь на чем-нибудь? Увы, не играю. Жалко. Ну ладно, я побежала. Пока! Пока!
Извините. Ближе, мой сладкий. Отпор не дал, сердце потерял. Да ну тебя! Ох ты ж! Гадкий мальчишка! Да, вот такой я! Ты хитер, да мы хитрей! Ловок ты, да мы ловчей! Блять! Да ладно тебе. Не больно же совсем. Вот так. 1-1, Тоша. Желаешь отыграться? Мы хотели поискать Вову, помнишь? Лучше поторопиться, а то меня родители станут искать. Родители! Как скучно! Да не будь ты таким занудой! Давай чуть-чуть поиграем. Все равно тебе дома тоскливо. А ты откуда знаешь? Тоже мне тайна. Со взрослыми да в четырех стенах тоска смертная. Всегда. У меня от стены взрослых нервный тик. Вот. Ну же, Тоша, решайся. Я же вижу, ты хочешь поиграть. И... Если победишь, буду твоим провожатым. Поверь, мне есть что тебе показать. Найдем твоего Вову. А если проиграю? Душу из тебя выцарапаю, неженка! Давай, скорей!
Молчи, ты умерла уже! Тоже мне помеха! Давай сыграем в кое-что поинтереснее. Раз, два, прилети, сова! Три, четыре, пять, время поиграть! Шесть, да, шесть, дыбом волчья шерсть! Восемь! Бьем копытом оземь! А я тебя недооценила! Думала, ты просто мальчик. А ты зайчик! Шустренький, хорошенький! Я тебе дам, зайчик! Дай мне зайчика, дай! Зайчик, выходи скорей! Мясом накорми зверей! Все, все, все! Ты победил! Пожалуйста, давай немного отдохнем. Ты слишком быстрый. Слишком сильный, лакомый, слишком. Бедный зайчик прыгает возле мокрых сосен. Страшно в лапы волку серому попасть. Думает о лете, прижимает уши, на небо косится, небо не видать. Тоша! Да, Оленька. Тоша, а куда? Куда так скачешь, чмошник? Ну, здорово, Антошка! Хе-хе, не вышло сдрыснуть, да? Очкарик в зубе, Сарикна! Хе-хе-хе!